Одной из них является работа в команде. У нас было много проблем, чтобы вместе собраться, но мы находили время и место, где мы можем собраться вместе, и приезжали. Хорошо. А вы знаете, у нас какая проблема была? Я была самой младшей в команде, но только я хотела участвовать, и мне пришлось всех заставлять, когда осталось только 3 дня. У нас практически ничего не было готово, и мне пришлось наорать на них, и мы поссорились с ними, и мне пришлось как босс, как снисходительно обращаться к ним. Но при этом я успела усвоить как скиллсы, как лидерство. И то, что лидер — это не тот человек, который указывает, что делает, либо заставляет кого-то. Это тот человек, который пробуждает интерес. И таким образом мы смогли успешно и удачно закончить проект. До сегодняшнего дня я участвовала в некоторых программах для девушек, но Techno-Vation отличается тем, что она не ограничивает человека в креативности и поощряет девушек и делать то, что они хотят, и добиваться успеха, и строить свой путь, а не соблюдать какие-то строгие каноны в технологии. И участвовали ли вы в другом проекте, кроме Techno-Vation? Это пока что мой первый год, но я собираюсь. Да, вы еще юная, да, молодая, но молодец, вы участвуете. И вы знаете, чем отличается еще Techno-Vation? Это в том, что многие программы требуют возраста, да, больше, чем выше 18 лет или, я не знаю, выше 16 лет, но именно Techno-Vation позволяет девушкам с 8 лет участвовать и вот с 8 лет начать уже программировать. И это, я не знаю, для них это самый большой успех.